«Мир без нацизма» – акция общероссийская. В каждом городе к ней присоединяются деятели культуры, музыканты, актеры. В Рязань поддержать слоган нового времени приехал известный советский и российский актер Василий Мищенко. Во мне сидит это генетически. Я против нацизма, против фашизма. Был, есть и буду до конца. Тем более, если сегодня знаешь, что моя страна и мои люди моей страны воюют с этим нацизмом. Мне, как творческому человеку, быть в стороне, вы знаете, это стыдно и паскудно было бы быть. Для заслуженного артиста России Василия Мищенко вопроса «за» или «против» акции не стояло в принципе. Его родители в Великую Отечественную прошли фашистский концлагерь, так что выбор был очевиден. Спецоперация вооруженных сил России на Украине – это наша борьба за мир. Как мне, гражданину, например, России, да, жить и существовать, когда другая нация говорит запретить русский язык, да, запретить культуру, и вообще как бы эта нация русская должна исчезнуть с лица земли. Понимаете, я прожил длинную и долгую жизнь, чтобы, так сказать, вилять хвостом, как та собака, знаете, нет, Боже упаси. Поэтому за это надо бороться, и естественно, только в борьбе, победив нацизм, мы будем жить в мире, в согласии и в добре. Выбор места проведения акции «Мир без нацизма» в Рязани, памятник разведчику Владимиру Молодцову, вовсе не случайен. В начале Великой Отечественной, в Одессе, он был одним из основных борцов с фашизмом. Точно таким же, как наши ребята, которые сейчас защищают страну на украинских рубежах.